В Славянском районе прошли открытый чемпионат и первенство по киокусинкай карате «Суворовский рубеж». За победу приехали побороться спортсмены со всего края и республики Адыгея. Славянские спортсмены показали достойные результаты. Такой стиль карате, как киокусинкай, появился около 70 лет назад. Название стиля состоит из трех слов, заключенных китайских иероглифов «чэнден». Кёку, что означает «предел», «син» – это «истина», «кай» – «союз». Общепринятая трактовка перевода звучит как «союз абсолютной истины». По традиции, в начале соревнований возвещает барабанный бой. В барабан или по-другому тайко бьет самый старший участник соревнований. Участников соревнований поприветствовал руководитель Славянской городской общественной организации Федерация Синкёкусинкай, а также главный судья первенства Марат Купаев. Надеюсь, сегодня будут красочные бои. Для кого-то это турнир первый, для кого-то разминочный. Вот. Чтобы все прошло без травм, честно, бескомпромиссно. Судьям легкого судейства, спортсменам тяжелых и интересных боев. ОС. Турнир объявляю открытым. Открытое первенство и чемпионат Славянского района по киокусинкай карате «Суворовский рубеж» были проведены на базе Центра спортивной подготовки «Олимпиец». Побороться за победу приехали около 200 спортсменов со всего края. В команде из города Геленджика 16 участников. И настрой у всех был очень боевой. Мы приехали как можно больше заработать наших кубков. Мы обязательно должны победить. Мы карате-самурай. Мы в жизни никогда не должны проигрывать. Это наше призвание. Нам очень понравился ваш зал, такие гостеприимные, но мы все равно приехали сюда побеждать ради побед. Мы готовы на все. По киокусинкай карате Славянский район впервые проводит такие масштабные соревнования. Гости первенства были приятно удивлены славянским гостеприимством и прекрасной материально-технической базой нашего спортивного центра. Комфортные условия при подготовке к соревнованиям и проведении самих поединков – одна из важных составляющих успешного выступления спортсменов. Мы впервые участвуем в Славянске на Кубани, приехали первый раз в ваш город. У вас шикарное спортивное сооружение. К этому мероприятию мы готовились в Геленджике, у нас была летняя подготовка. Вот. И сейчас эта подготовка покажет уже уровень ребят, задаст определенный вектор на весь спортивный сезон. В первенстве приняли участие спортсмены из Славянского района. Более 15 клубов городских и районных организаций поддержали турнир и открыли спортивный сезон. Лучших выявляли в упорных поединках по ката и кумите. В итоге сборная района собрала более 25 медалей и наград разного достоинства. Золото завоевали Софья Якушонок, Юлия Колесник, Дмитрий Скрипка, Тимофей Иванов, Кристина Ипполитова, Степан Крекотнев. Поздравляем славянских спортсменов с успешным выступлением. Анна Монастыренко, Дмитрий Волошин, программа «События».